Девочки и мальчики, привет! Я сейчас готовлю. Не буду показывать свой суп, потому что показывала его 100 раз. Просто сделала вместо фрикаделек вот этих мясных, сделала просто кусочки мяса курицы. Но что я хочу показать? Я тут недавно купила чеснокорезалку. Нет, не давилку, а чеснокорезалку. Она очень интересная. Я не видела такую ни разу. Не знаю, может быть, вы и видели, но хочу вам показать, какая она интересная. Интересно, интересно 100 раз. Итак, что мы делаем? Мы с вами чистим чеснок. Итак, я начистила чеснок, видите, и вот она, наша карета, на колесиках. И сейчас я покажу, как она режет чесночок, видите, прям как карета у Золушки. Так, открываем бардачок и нарезаем чесночок. О, как у меня получилось. Открываем бардачок, нарезаем чесночок. Так, и здесь тоже нарезаем. Нарезаем все эти 3 кусочка. Я не знаю, получится ли у меня за раз все 3. Скорее всего, конечно, нет. Ну, просто вот нарезаю, потому что мне они 3 нужны. И я именно так теперь режу чеснок. Что мы делаем? Мы эти кусочки все кладем в эту карету. Как можно больше запихиваем. Так немножко можно прокатиться, чтобы кусочки туда провалились. Положить побольше. Закрываем. Подвигаем, значит, эту часть. И начинаем ездить. Сначала оно не ездится, и мы потихонечку начинаем разъезжать. Пока вот оно не ездит, еще не ездит, но надо разъезжать, блин. А что же я вам пока показала, а у меня что, слетела что ли одна? Нет. Странно. А почему одной такой штучки нет? Потеряла я что ли ее? Видите, одна с зубчиками, вторая без зубчиков почему-то. Была она с зубчиками или не была, не знаю. Ну, в общем, вот все равно разъездила я ее. Постучали, и дальше ездим. И уже она лучше, и легче ездится. У меня Винни говорит, я никогда, говорит, такой чеснок резалки не видел. Говорит. Вот все. Посмотрите, как мелко и хорошо нарезал мне чеснок. Это карета. Ее можно всю открыть, можно вот эту открыть, а можно открыть вот так. Достаем винтик и вытряхиваем. Ну, вот этот маленький большой кусочек здесь остался, остальное все вот так вот. И скажу я вам, мыть ее тоже очень удобно. Ее, видите, вот этот винтик вытаскиваешь, все можешь по отдельности, и потом собираешь вместе. Вот, сейчас винтик вставлю. Винтик-шпунтик. Сюда закладываю опять чеснок. Не знаю, может опять кому-то что-то не понравится, опять скажут, что-то там не так показала. Руки не помыла, чеснок нарезала не так, очистила не так. Ну, уже смотрите, как хотите. Выключайте видео, если вам не нравится. Все мои нормальные ребята, они все, всем все нравится. Так, поехали.
Видите, лучше и лучше. Так вот постучали и дальше. Как вы там еще? Чесноку не нанюхались у меня? Вообще я чеснок очень сильно люблю. Чем больше чеснока, тем мне лучше. Еще Данилка не любит чеснок. Любим. А мы любим. Не знаю, кстати, где у меня вот это вот колесико. Неужели его не было? Странно. Так, открываем. Высыпаем. Пальчиком выгребаем. Все, что не высыпалось оттуда. И все. И чесночок у нас нарезан. Конечно, я дорезать бы могла и сама. Но это так, маленькое баловство, которое мне очень понравилось. Итак, мальчики и девочки, поделилась с вами маленьким приобретением – чеснок-резалкой. Итак, мы с вами не прощаемся, увидимся очень скоро. Спасибо.